Ну, отлично. Всем привет. Сегодня будем делать нож классический охотничий дробчик М390. На рукоять у нас, ну, по порядку дальше пойдем. Сейчас подготовим аппаратуру и начнем шпарить. Так, есть. И сейчас попробуем на две камеры это все снять. Как оно все будет, поймать вот эти все моменты. Куда ставить их. С этой-то понятно, она будет всегда здесь стоять. Ну, теперь нужно вот эту штукенцию бабахнуть. Так, включаем. Чик. Такая приблуда будет, в общем, ездить. Ну и, в общем, поехала она. Запрограммируем как надо. Чпоньк. Чпоньк. Ну все, начинаем. А, хотел, думал снимать новый проект, но у всех, в общем, там задержки. Задержки, да, сказала подружка. Поэтому следующий ролик, я думаю, будет как раз уже, постараюсь новый проект выкатить. Будет, ну, наверное, техносканди его назову. Интересный проект будет. Не буду сейчас показывать, потому что один раз я обжегся, показал чертежи. И там через несколько дней ребятки начали, самого что прикольно, типа, спи и начали показывать. Смотри, Стас, нахуй у тебя чертеж. Я сделал, короче. Вот, ну, что, молодец. Так что больше показывать не буду. Пока сам не выкачу, ничего показывать не буду. Ну все, погнали. Короче, сделал такую приспособу.
чугун, просверлил отверстие, нарезал резьбу, вот так собирается. Ну, наверное, вот так нужно обрезать. Тяжеловата конструкция, но в целом, конечно, удобно. Ну как, не такая тяжелая, конечно, она легче, чем те куски чугуна, но хотелось бы полегче. Итак, замотал я клинок, вот он, положил сатин, на обухе сатин, и теперь берем больстер и идем за наш фрезерный станок и будем протачивать паз под хвостовик. Ha ha ha!
Ну и так, закончил нож. Вот. Вот такой вот режек. В общем, я завтра покажу, вынесу на улицу и при солнечном свете покажу. Главное, чтобы завтра была солнечная погода, потому что уже поздно, там темно, ну не очень красиво будет выглядеть в сумерках. И завтра тогда сниму видео и начнем на него шить ножны. Ну все, до завтра. Ну и так, нужно на завтра подготовиться. В общем, сейчас на зарядку поставлю аккумуляторы от монитора и однокамерного монитора и от рельсы от этой. Короче, вот пошла зарядка. Поставим. Мало ли завтра что-нибудь сядет, потому что вот эту малютку сегодня подзаряжал. Если вот эта бандура будет долго работать, то вот эта малявочка прожорливая. Но у него кунчик поменьше. Все, погнал я домой. Ну а завтра будем шить ножны. Стал обзаводиться инструментом. Вот такой вот кромкорез купил на барахолке. Хотел купить там же нож для раскройки кожи. То меня там залошили, типа, Стас, что это ты вот таким канцелярским ножиком кроешь кожу, типа, несерьезно. Ну окей. Начну себе покупать скоро серьезные инструменты. Не переживайте. Ну вот, закончил работу. Вот так выглядит нож. Марка стали. Вверху по обуху видны следы хамон. Это от вот этого проката остаются. Сейчас покажу ножны. И вот такие ножны к ножу. Торцы. Все шикарно. Свободный подвес. Дренажное отверстие. И давайте попробую продемонстрировать щелчок. Есть. Еще раз. Оп. И давайте еще разок. Ну и вот так выглядит комплект.
пересветов. Так, клинок чтобы не бликовал. И вот так выглядит рукоять. Нож сделан на заказ. Все ссылки, все возможные ссылочки на меня, на запасные каналы, на телеграм-канал, на группу ВКонтакте оставлю в описании под видео. Все, давайте, пока.